Так, ну что, я так понимаю, видео снимается. У меня кончится. Вы бы если покататься на мотоциклах? Вон, они снимают, как там кормушку разгребают. Снимай, да. Как снимают. Но у Юрка заливает карбюратор. Ремонт в полевых условиях. Чем я хорошо урал. Да, чем хорошо урал. Что хочешь, взял там зажигалки, палки, ветки. Говорить можно? Можно, конечно. Даже нужно. Макс, только оно-но. У тебя привычка с ним по, это видео показывать, как я вечно завожу его. Не надо, бля. Удалим нахуй. Нет, я это вырежу так, что как будто все с первого раза сделалось. Не надо вообще, бля. И это вырежу. Привычка у тебя, ты тебя не снимаешь, когда, бля. У тебя проблема. Так снимайте меня, я что, против, что ли? Подходит такой весь нормальный такой, сухой, бля, куралый. Только с первого раза заводит, уже весь потный, бля. Красный нахуй! Я тут все вырежу. Выехали! Там, все, поехали. Обрезано, в гараж уже заезжаем. Все, остальное время все ремонтировали. Какой у тебя карп 65-й? 63. 63? А вот у меня резина стоит, которую мне подогнали ребята с Enduro Дзержинск. Спасибо им за это большое. Ставь на место аккуратно, она не плотно. Тащит она хорошо. Но то, что замерзший, кругом лед, конечно, буксует на льде. Ну ничего страшного. Намного лучше стоковой. Мотор бы еще тянул получше. Тёма сломал. У меня есть спички. Он обычно ремонтирует, а сегодня сломал. Запчасть пошла. Девушка, хорошо.